Сурікати, мангусти, лемури, удав. Ні-ні, насправді це не урок біології, повтори із шкільної програми, тому що школу я закінчила кілька років тому. А отже, якщо просто зараз, наприклад, ви опинились посеред торгового центру і не знаєте, як себе розважити, то просто зараз ідіть в Екзоленд зоопарк. І повірте, ваша подорож буде неймовірно екзотичною, адже тут можна познайомитись з тваринами просто віч на віч. Отже, ми починаємо нашу подорож. Ходімо! Пані Наталю, розкажіть, будь ласка, от за 10 років вашого існування, існування зоопарку, от хто у вас з'явився найперший? І взагалі, звідки у вас виникла ідея про створення зоопарку? Ну, нам 10 років буде в следующем году, в этом нам буде ровно 9 в июні. Зоопарк является, хочу сразу уточнить, неконтактным. У нас мы вносим, хотим внести людям культуру о том, что к животным вмешиваться нельзя. Им не так уж это и приятно постоянно иметь контакт и неправильный рацион питания. А вообще идея была, даже как это была идеей, значит, человек, который создал зоопарк, всю жизнь занимался рептилиями и представлял Украину на всех международных выставках по рептилиям. И те заповедники, которые не имели денег купить, приобрести рептилию, делались обмен. И когда коллекция наполнилась некоторыми животными, чтобы не кормить со своего кармана, а чтобы животные прокормили себя сами, был создан, была идея такая создать, сделать в одном месте экзотический мини-зоопарк. Мы не думали, что он настолько так продержится, задержится и будет людям интересен, потому что в нашем зоопарке, особенно в районе Оболонь, выросло уже одно поколение точно. У нас есть родители, которые приходили с двухлетними детьми, а сейчас детям уже по 11 лет, 12. Це дуже круто. Розкажіть, будь ласка, хто у вас тут найстарший житель вашого зоопарку? Ну, от ми якраз стоїмо возле самого такого раритету нашого. Це діпові тамаріни. Ці парочка тамарінів була нам як в подарок на відкриття зоопарку, Сровінського зоопарку. Потому что мы состоим в ассоциации украинских зоопарков, имеем право обмениваться животными. И вот Туровинский зоопарк нам предоставил такую вот возможность подарить тамаринов. Парочка, это Вера и Вася. На сегодняшний день в нашей Вере будет в этом году исполниться 16 лет, Васе 15. И тамарины в дикой природе больше 6-7 лет не живут. То есть они сейчас как в пансионате. Мы у них уже их досматриваем. Это уже пенсионный возраст у них. Но при этом, несмотря на их возраст, парочка постоянно приводит по два раза в год у нас приплод. И вот даже на локдауне, летнем локдауне, у нас родилась девочка маленькая. От чим ви найбільше пишаєтеся у вашому зоопарку? Якою твариною? Каким именно? Да. Я вам расскажу. Это у нас дальше находятся черно-белые лемуры Вари. Тоже парочка к нам приехала из Николаевского зоопарка. Это Варя и Конан. У нас у всех наших животных есть имена, потому что сотрудники с ними общаются. Если вдруг животное немного заболело, чтобы оно знало сотрудника и на имя откликалось и подходило к рукам, дало себя полечить. То есть мы даем всегда имена. И наши Вари, это, наверное, в нашем единственном зоопарке, еще есть Николаевский зоопарк, там, где рождались они, а у нас за этих 9 лет два раза черно-белые лемуры приводили по двое малышат. То есть это, ну, это вообще сенсация для Украины. Я, до речи, бачила у вас на уході, там теж табличка була, що у вас поповнення в зоопарк, да, обов'язково, да, на це подивимося. І, до речі, ось, все ж таки, скільки у вас на даний момент є видів різних тварин? Підраховували? Конечно. Мы ведем учет. У нас обязательно, как у большого зоопарка, несмотря на наши размеры, ведется журнал наблюдения по разведению, по размножению, то есть как животные себя ведут. И мы знаем более 45 видов, если быть точным, 47 видов. А если посчитать поголовно, то у нас 84 ротика, ми їх так називаємо. Давайте перейдемо сюди до цих вольєрчиків. Розкажіть, хто у вас тут із мешканців? Ось дивлюся, дуже хоче познайомитися із нами. Це мій Балуша. Іди сюди, Балу. Балу, 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 Балу. Тихо, тихо, не всі, не всі зразу к мамі. Не всі, не всі, не всі. Я бачила, як вони до вас зайшли, їх можна потрогати? Це так, це мої красавці, вони у мене спочатку жили вдома, потім я їх сюди, тому що їм потрібно дуже багато уваги, щоб... Я все время, наверное, 24 чуть ли не часа в сутки провожу на своей работе.
И чтобы они не обделялись вниманием, я их перевезла сюда. А как их звали? Это хорьки, домашние фредки, мальчика Балу, он уже Балу? Такой, как медвежонок, да. Девушка у нас Шанелька, потому что она изящная. Ребята такие очень интересные. Вот сейчас холода их мы не водим, у них есть шлейчки. Ребята в свободное время, и я в том числе, мы выгуливаем на улице. Для людей это вообще такая, вроде как бы казалось, это животное часто встречается дома, но для людей это очень, когда видят на улице, подбегают с собаками, а это то животное, которое очень игриво. У меня дома два кота, и они с котами абсолютно нормально. Да. Тобто, якщо людина захоче завести собі ось такого, таку тваринку, то абсолютно ми маємо практику консультувати людей, тому що дуже багато людей приходять і, наприклад, хочуть маленьку обезьянку. Ми одразу відговорюємо. Це не домашнє животное, з ним дуже... Не просто покормил, там полностью нужно глаз и глаз за ними. Лучше не заводить. Они имеют специфический запах, хотя корьки тоже имеют, но мы знаем, как с этим можно немножечко так бороться. С обезьянки постоянно метят, там запахом никак. Балу. Ну, от я дивлюся, що потрібен ще достатньо великий вольєр для того, щоб було в них в квартирних, в домашніх условиях фреток можна иметь клеточку небольшую, приучить ее, чтобы это было место. Они очень легко приучаются к лотку, к окошке. И, в принципе, она может гулять по квартире. Но квартиру нужно будет подстроить под фреток, чтобы они такие, знаете, как мы их называем, обезбашены, не боятся страха. То есть у них страха нету, они залазят в щели, лезут, падают. То есть нужно, конечно, сделать квартиру так, чтобы они себя не травмировали. А мы, да, мы соединили два вольерчика, им сделали, ну и плюс они у нас на выгуле своем. Но они трощат полностью все, уже два домика, они уже изгрызли. Ну, раз в квартал меняется полностью, у них все обновление делается. Тобто, якщо людина хоче завести себе вдома, то потрібно подбати про те, аби було як можна менше таких предметів, які можна згризти. Правильно розумію? Правильно, так, так. Ну що, ходімо далі, показуйте, що у вас ще є, чим дивуєте ваших відвідувачів, якими видами тварин. Ми буквально вот сразу после этого локдауна, который закончился неделю назад, завезли, у нас они были, только мы просто хотели сделать как-то сюрпризом, но это уже получилось сюрприз после локдауна. Я сейчас открою, подойду, чтобы они проснулись. Это кинкажу. У них есть другое название – цветочный медведь и медовый медведь. Они очень интересные животные, это ночное животное. Хотя мы, у нас все, которые ночные, мы старались перевести биологические часы, сделать для них, чтобы они днем были более активные, а ночью больше спали, как чтобы меньше. Сработать? Значит, ребята, у нас лисички-финики есть, которые также у нас дома жили, мы их сюда привели. Были цветы, вот там очень оригинальное животное, в следующий раз придете, мы когда их завезем, потому что мы на локдауне забрали, хорошо, но еще их не привозили. Мы в течение дня ребята раза три в одно и то же время заходят с лакомством, и животное буквально через месяц у него уже просыпается такой инстинкт, да, что сейчас зайдут и что-то дадут. И они уже за полчаса до захода этого времени к ребятам, они уже начинают активничать, они уже ждут лакомства, и поэтому мы делаем им день более активным, а ночью они уже тогда больше спят. Одним словом, эффект собаки Павлова просто спрацевал. И при том, что не на одном животном. Мы уже так, это фіньки, это цветы, и вот это будет кинкажу. Так, чтобы людям было це интересно. Це дорослі уже тварини? Нет. Це ще маленькі? Значит, этим малышам по полтора года, это считается еще маленькие, потому что половозрение у них 2-2,5. Мальчик и девочка, кстати, это тоже с Николаевского зоопарка приехали. Значит, что интересно у этих кинкажу, у них 5 лап. Это не 4 лапы, это 5 лап. Хвост – это полноценная лапа. Если получится, если у меня получится их спустить, вы увидите, как он манипулирует своим хвостом, он так же, как лапой, захватывает в каждую веточку, и он очень крепкий. Самое еще, что интересно, у этих животных язычок составляет больше 15 сантиметров. И он очень тоненький, это для того, чтобы, так как, почему называют цветочным медведем, они любят нектар, они залазят, чтобы язычок в самые укромные места цветочка залез, ну и к пчелкам в гости тоже залазит. Благодаря их шерстке, они как плюшевые, только плюшевый-плюшевый мишка, такой плотная у них шерсточка. Пчелы, когда они приходят к пчелам в гости, они их достать не могут.
но при этом они хищники, несмотря на то, что они любят сладости, и это семейство енотовых, хотя с енотами, в принципе, они вообще даже не схожи, они больше по поведению, звуки они издают, они свистят, когда мы приходим на работу, они уже все здесь ждут, потому что они знают, что в 9:30 у них кормление, и они посвистывают, и если посвистывать им, они такие как обратку дают, но если они там вот что-то у них, ну, не нравится, ну, не хотят, они не хотят спать, они будут пищать, у них такая сирена включается. Тоже очень интересно, и вот посетители смогут теперь познакомиться с новым обитателем нашего зоопарка. Скільки взагалі рептилій тут у вас у зоопарку? Тут знаходиться порядка 28 видів рептилій, якщо вважати по видам. От поголовно точно зараз не скажу. Ну, зараз ми з вами біля удаву, от власне, в чому унікальність його? І ще можна десь побачити в інших зоопарках саме такого? Боа-констриктор или удав обыкновенный является довольно-таки распространенным видом для содержания, вплоть до того, что его даже очень легко содержать в домашних условиях, потому что они из всех остальных считаются самыми, самыми спокойными и неприхотливыми. По аналогии, если также содержать обычного тигрового питона, они довольно-таки агрессивными считаются. Боа-констриктор, они сами по себе спокойные. Если, например, кто-то захочет вдома завести его, то все-таки что потрібно, какие найкращі умови? Спеціальний тераріум якийсь? Спеціально, обов'язково спеціальний тераріум з точкою вигріву, довольно-таки об'ємний, тому що боа-констриктори можуть виростати довольно-таки некрупними. У мене вдома боа-констриктор довгое время жив, і була самка, виросла почти до 3 метрів. Не страшно було? Ні. Розкажіть, скільки, який зараз вік? Возраст цього удава на даний момент десь приблизно 8-8,5 лет. Что еще интересно могу рассказать? То, что написано, ну, это боа-констриктор, но не совсем. Именно конкретно у нас представлен метис боа-констриктора и удава Хога. В Европе есть остров Хога, называется, там жили удавы. И их, можно так сказать, грубо говоря, посмертно занесли в определитель. По той причине, что колонисты завезли на этот остров котов и куниц, которые довольно-таки быстро этот вид удава начали уничтожать. То есть про них только известно, что вот этот удав был. Его там в нескольких десятках экземпляров вывезли по частным коллекциям, и так получается, что чистокровных их нет, они только метисы с обыкновенными удавами есть сейчас. То есть это не совсем, он наполовину, даже по раскрасу, он задняя часть, это боа-констриктор, он такой, как коричневые пятна, более коричневого темного цвета, передняя часть такая крапчатая, светлая, это именно конкретно удав Хога. Далі, у вас на вході написано, що у вас поповнення серед лемурів. Розкажіть, будь ласка, хто і скільки народились? Значить, в цьому році, це для нас великий праздник, не в цьому, вру, в прошлому році, це я вже 21-го року, в 20-му році, родились у нас парочка, два мальчика, чорно-білі лемури Варі. Значить, самця ми зараз відсадили перед локдауном, тому що у самця почався гон, а вона ще їх кормить груддю. От найцікавіше, що
что хорошо в зоопарках, правильных зоопарках, когда рождаются детеныши, идет полностью отслеживание первого приплода, второго. У нас очень отличается первая вынашиваемость беременности у Вари и вторая. Дети очень отличаются от первого, когда и вторые. То есть первые у нас родились мальчик и девочка, и они были очень мелкие. Они буквально там 2 месяца на груди у нее повисели, кормление было только 2-2,5 месяца, они сразу перешли на общее питание. Эти пацаны родились очень крупными. Ей даже было тяжело взять в зубы. Вот лемуры Вари, это те лемуры, которые на себе детеныши не носят. Угу. Каты носят, лемуры не носят, они рождаются в домике. Она их там до 2 недель высиживает, выкармливает, никуда не пускает, а потом берет в зубки, показывает территорию, и так потихоньку их начинает разрешать выходить им. Эти, ну, это вообще были для нас новшество этих малых, потому что, во-первых, они очень рано начали прикормку с общей тарелки кушать, но при этом 4 месяца им сейчас, но при этом они до сих пор кормят ее грудью. И мы стараемся так, чтобы она быстрее начала в норму приходить свой вес, и не можем никак, уже ее и закармливаем, но при том, что они ее до сих пор грызут ее грудь, мы никак не можем добиться ее нормализации веса. Ну, то есть, вот каждый раз вроде кажется, родители одни и те же, а поведение разное, как у детенышей, так и у мам. Если в первый раз была мама более агрессивная, то во второй раз у нас почему-то папа более агрессивный. Ну, пришлось отсадить, потому что он их начал бить. Как только малыши подростут, малыши забираем от мами, і папу сразу же возвращаем. Малюків будете віддавати до якогось іншого зоопарку? Так, да, обов'язково. Будуть формуватися парочки, так, щоб кров була різною, щоб дітки вже більш крепкі рождались. Будуть підбирати обов'язково по возрасту, по датам, по характеру, я вам ще скажу, в зоопарках підбирають. Ну, я надеюсь, все будет хорошо. Хотя я вам скажу, что все детеныши, которые у нас родились, и когда приходит время их создавать пары и отдавать в другие зоопарки, ну, очень жалко. Такое ощущение, как будто кусочек себя отрываешь, потому что привыкаешь, но понимаешь, что это природа, и нужно им дальше развиваться и создавать пару, свою семью, так же, как и нам. Але немає можливості залишити їх тут у вас? Нам не позволяет территория. Мы стараемся так, чтобы каждый вольер соответствовал тем нормам и по тому количеству животных, которые здесь живут. Потому что если будет перенаполнение, перенасыщение животных, они перестанут размножаться, будут себя некомфортно чувствовать, начнут между собой делить территорию. То есть это у нас все-все-все отслеживается. Это не только любимец наш, сотрудников зоопарка, это любимец наших посетителей, но при этом вот у нас животные появляются в зоопарке не только, которые у нас рождаются, которые мы обмениваемся с другими зоопарками, здесь есть отказники. Рио – это один из отказников, люди от него отказались. Ну, причина, я думаю, ясна, потому что птица очень крупная, она очень крикливая, громкая. У Рио есть характер, вот, при том, что не все птицы все грызут, а Рио грызет все. Мы его выпускаем, и только под нашим четким взглядом он летает, потому что как только ты отворачиваешься, он начинает полностью и провода, и балки, и баннера, и он полностью все. Ну, это такой характер. А коли він до вас потрапив, у него было уже имя? Да, значит, он к нам, люди пришли, попросили забрать. Это был 14-й год, ему было на то время около 2 лет, его уже звали Рио, мы имя не меняли. Попугай очень стрессовал, потому что, ну, птица очень умная, она понимает, что от нее отказались. Где-то он у нас на реабилитации сидел 1,5 месяца, потому что месяц он вообще ни с кем не разговаривал, он даже отказывался от еды. Мы просили людей, ну, чтобы приходили, да, ну, никто не приходил, но ничего. Мы все восстановили, наша любовь была безграничной для него, а теперь стали и он наш любимцем, и мы его любимцами стали, потому что он как только слышит меня, я захожу, он даже по стуку, он будет кричать и кричать: «Привет, Наташа, привет!» Он имена называет наши, а людям дает, даже позволяет себе спинку, так как вы знаете. Бывает даже такое, что пара приходит, начинает чесать ему спинку,
девушка уходит, говорит, ну пошли уже, парни тянет. Говорит, я уже тебя ревную к нему. А парень говорит, слушай, говорит, боже, какой он классный. И некоторые у нас даже посетители конкретно к Рио приходят. У нас есть, кстати, случай, в этом году не прилетят, потому что карантин. Каждый год, вот как он у нас появился, каждый год летом к нам приезжает парень с Канады. Ну, у парня там небольшие отклонения, но парень отличный. Он ему всегда привозит какие-то игрушки. Он сюда к дедушке, к бабушке его родители привозят на лето. И он каждый день приходит сюда к Рио. Мы его пускаем бесплатно. Открываем клетку, он берет его на руки. Он по несколько часов с ним ходит и разговаривает. То есть у нас даже есть такие случаи, которые вот просто у них любовь на расстоянии. Даже вот приходил дедушка после первого карантина, показывал видео, мы там здоровались, Рио показывает, что Рио, с Рио все нормально, все хорошо. То есть он, ему нравится, когда о нем говорят, да, Риочка? Да. Ты любишь, когда тебе говорят, когда тебя хвалят, да? Рио хороший. Да, хороший мой мальчик. Рио хороший, да, он будет говорить, что Рио хороший, Рио пират. Рио пират? Рио пират. И целоваться очень еще любит. Да. Рио. Да, все это он. Сейдає спинку. Сладкий мальчик. До речі, у вас на Фейсбуці я бачила дуже багато фотографій із тією тваринкою, яку я насправді хотіла в дитинстві. Але ви сказали, що її краще не заводити. Тепер все, моя дитяча мрія просто потонула. Я, звичайно ж, проваджувала друга Сеню. Після кожного зоопарку я приходила додому із слізьми і просила маму, щоб вона мені її купила. Не знаю, чого вона мені її не купила. Ну, я вам сразу скажу, що обезьяны, начиная от таких средних размеров, они опасны, они очень характерные, а тем более после половозрения они должны стать вожаком своей стаи. Очень тяжело их держать нужно просто в ежовых рукавицах. Если в семье, то у него только может быть главный один человек. Других он вообще не будет замечать, а если еще будет влазить к нему в личную жизнь, он еще может, как я говорю, лещей надавать. Сеня у нас тоже такой мальчик индивидуальный, появился у нас с другого зоопарка, мама отказалась кормить, и мы его решили забрать. Мы хотели помочь выкормить. Ну вы поймите, ну помочь выкормить обезьянку мы уже не смогли отдать, потому что он очень привык ко мне, я привыкла к нему. Мы еще вот в этом и уже в прошлом году не гуляли, потому что он снимает с себя шлейку, такой самостоятельный парень. А так мы с ним на улице гуляли со шлейкой. Каждый день до открытия, после закрытия мы его выпускаем, потому что это самое главное на зоопарке. Он ходит, проверяет все вольеры. Если кто-то забыл ключи, мы уже у него эти ключи не заберем, можно похоронить их сразу. И тоже он очень любит, когда про него рассказывают. Сенечка, я тебе кое-что принесла сегодня, купила. Очень любит галетную печеньку, но я покупаю, чтобы там сахара не было, из фруктозы, для диабетиков. Это уже очень любимое лакомство. Парень характерный. Есть свои игрушки, и игрушки непростые, а мы их называем золотые. И забрать их невозможно, постирать. Каждый раз, когда нам нужно у него забрать игрушку, это идея у нас X. Мы разрабатываем план, кто его отвлекает, кто его начинает там заманивать какой-то вкусняшкой и кто забирает игрушку. Потому что если он заметит, что забрали его игрушку на стирку, это будет криком, и без укусов здесь не обойтись. Сеня, если кусает, так это кусается. Знаете, как хорошо. Зубы, клыки очень такие сильные. Кальция хватает у него для этого. Так, а тут кто у вас живе? Значит, тут тоже у нас отказники живут. Это их і не знайдеш. Але я бачила їх. Кажуть, що у них досить такі тендітні челюсті. Це правда? Скорее всего, потому что настолько они маленькие, эта обезьянка весит 100-110, ну, максимум 120 грамм взрослой особи. Это карликовая мармазетка. Что интересно, что у маленьких обезьянок, такие как игрунки, тамарины и карликовые мармазетки, это не только с книжек, это мы сами наблюдали и сами точно знаем такое поведение. Самка рожает. Самец носит на себе, воспитывает, вылизывает, самка только кормит. Она издает звуки в виде писка, приходит он, она так на себя его
детеныша одного или двоих перекинула, покормила. Самец быстренько покушал, позанимался своими делами. И она опять издает звук. Папа приходит по маминому зову. На себя деток забрал, все, мама свободна. Мама только по кормлению. Да, чудово. Да, насправде. А тут у вас кто живет? А здесь тоже маленькие обезьянки, белоухие и грунки. Да, тоже парочка, мальчик и девочка. Як давно до вас вони потрапили? Вони у нас постоянно. Смурфики у нас от буквально появились 3-4 місяці назад, а ці все время, скільки существує зоопарк, стільки у нас були тамарини і ігрунки. Тобто можна сказати, вони у вас із перших днів, так? Так. Утром у нас, якщо ви заметили, це як для маленьких дітей. Каша с медом, с фруктами, с пюрешечками. Днем идет подкормка, сухофрукты, какие-то лакомства, либо это насекомые, сверчки, зоофобусы, мучняк. При том, что каждый из них по характеру, например, самец любит зоофобус. Она зоофобус не ест, он ей кажется слишком большим. Она мучнячок кушает. Какие-то обезьянки вообще этих червяков не едят, хотят сверчков. То есть еще нужно подстраиваться под их рацион. Каждому нужно угодить. Вот я, пожалуйста, все же таки, вот в чем уникальность вашего зоопарка? Наверное, в большой любви к животным. И тем, что каждый посетитель, который к нам приходит, мы стараемся ему показать, насколько важно уметь трогать глазами животных, не руками, а смотреть и понимать, что если это их территория, то туда вмешиваться нельзя. Ну, и насправді у вашому зоопарку дійсно дуже екзотичні тварини, яких, ну, просто в звичайних зоопарках не завжди можна побачити. Тож це дійсно унікальна просто можливість, аби познайомитися із дикою природою. Чим ближче, да, дійсно, да, таке. Тож якщо ви просто після великих своїх покупок трішки втомилися, тому обов'язково заходьте до зоопарку. І повірте, тут ви отримаєте величезну насолоду. Це була програма «Події» і я ведуча Мар'яна Черкасець.